пожалуйста, будьте аккуратнее, боритесь честно, пусть победит сильнейший. Пожали руки. Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня мы с вами станем свидетелями очень необычного действа. Всех приветствую. Пляжная борьба, которая будет, скажем так, представлена вашему вниманию не совсем в обычном формате, потому что будут бороться не только представительницы спортивной борьбы, но и других видов спорта, единоборств, я бы сказал. И комментировать это все будут комментаторы Святослав Коваленко и Вячеслав Абдусаламов. Ну вот сейчас под этот аккомпанемент комментариев провела бросок одна из представительниц борьбы. Первые пара участниц — Мария Пытина и... Ну, на это интересно смотреть, если честно. Необычный формат, новый промоушен, я думаю, должен зайти, потому что для людей... Да, безусловно. Кристина Матвиенко провела прием очередной, успешный. И надо здесь сказать о том, что Кристина Матвиенко, назовем ее условно, не условно, вернее, а точно, она представительница тэквондо, но здесь она, естественно, пробует себя в новых навыках. И ее соперница Мария Пытина много чем известна, но больших успехов достигла в боксе. Поэтому, наверное, возможно, казалось, что ей сподручнее будет лидировать, потому что в боксе часто бывают клинчи. Но вот здесь продемонстрировал очередной раз успешный прием. Опасно. Головой, конечно, не могли удариться. Ее соперница. И вот сейчас опять вошли в клинч. И вот здесь, в этом эпизоде, успех праздновала Мария Пытина. Бросок оценивается в 3 балла. Выход за ковер — 1 балл. И касание коленом или песка оценивается также в 1 балл. Схватка длится 3 минуты. Интересно, маникюр не мешает им? Да, на самом деле очень весело наблюдать. Сначала как-то так еще приноравливаются друг к другу. И вот был бросок со стороны Кристины Матвиенко, но ее накрыло. Она фактически, совершая бросок, сама же и попалась на этом приеме. Но при этом бросок оценивается первым, поэтому, я так понимаю, именно... Ты заметил еще татуировку, у них похожие на тех же самых ногах. Да, кстати говоря. На подбор. Опа! А вот здесь уже бросок, вернее, проваливает свою соперницу Мария Пытина и забирает очередные баллы. Мария Пытина лидирует, 15-3 ведет, уже вот да, она... такой каскад приемов. И очередная атака в исполнении Марии Пытиной завершилась успешно. Еще 3 балла, я так понимаю. 18-3 уже. Мне кажется, весела у них немного разная. Да, немного она погабаритнее выглядит. Да. И я бы даже сказал, что изначально уже по внешнему виду можно было, наверное, отдать предпочтение. Но... Блондиночке надо было увереннее быть просто, мне кажется. Постепенно начинает прибирать инициативу к рукам Мария Пытина и очередное успешное действие, которое приносит ей 1 балл. Красный. 21-3 счет. Аплодисменты публики. Я думаю, что они адресованы обеим спортсменкам, поскольку видна такая неуступчивая борьба. И все-таки очень много эффектных бросков. Ну, и вот, танцы. Да, и танцы. Уже это что-то напоминающее танцы. На самом деле, девчонки так заряжены. Ну вот. Все. Силы покидают. We'll be right back.
Итак, в первом бою, который красочно открыл наше шоу, побеждает Пытина Мария! Аплодисменты!